Ранее мы рассказывали о том, что желающих уехать из Орска больше, чем из Новотроицка. Всероссийский центр изучения общественного мнения «Консалтинг» сравнил наш город с соседним. Согласно данным исследования, довольны положением дел в Орске 43% опрошенных, а в Новотроицке 58%. 32% считают Орск пригодным для проживания, а в соседнем Новотроицке таковых 43%. Нас заинтересовало такое сравнение, и мы провели собственный опрос о том, какой из городов пользователи Орск.ру считают более привлекательным для проживания. Итак, в опросе на сайте 74% респондентов выбрали Орск, а Новотроицк 26% опрошенных. Также мы спросили мнение у людей на улицах города. Где, по вашему мнению, лучше жить, в Орске или Новотроицке? Я в Новотроицке не жила, не знаю. Но, наверное, в Орске. Как сказать, где хорошо? Где живу, там и хорошо. А может быть, у вас какие-то моменты, которые в нашем городе нравятся или не нравятся, вот есть такое? Ну, есть такое. В Новотроицке почему-то почище, чем у нас в Орске. В родном городе, конечно. Мне нравятся люди наши. Где, по вашему мнению, лучше жить? В Орске или Новотроицке? Новотроицке, 100%. А почему вы так считаете? Там лучше зарплаты, больше. В Орске. А почему вы так считаете? Нравится сам город, не Орск. В Орске. А почему вы так считаете? Чем вот наш город отличается, ну, как выделяется по сравнению с Новотроицком? Ну, я не знаю, побольше чуть-чуть. Возможностей чуть побольше. Может, из-за того, что там металлургия, хотя она на нас тоже действует. В Орске прекрасно жить. А что вот в нашем городе вам нравится, возможно, не нравится? Какие-то моменты есть такие? Не знаю, все устраивает. Работаем в прекрасном здании. Там и там не очень. А почему вы так считаете? Воняет постоянно. Конечно, в Орске. А почему вы так считаете? Что вот наш город выделяет по сравнению с соседствующим? Ну, у нас он больше город, во-первых, здесь больше всего находится, вот рынок вот рядом. Я там на рынке не была в Новотроицке ни разу, не знаю. Ну, вообще, это родной город Орск, поэтому, наверное, нам лучше.